します。Okay. This class will be Joe. Сейчас будет Джо. As I said about Ken before, Joe is a part of the system. Так же, как я говорил про меч до этого, Джо это часть системы. Ken, Joe, Titus is a combination. It's the basic form for Aikido. Ken, Joe и Тайджитсу это базовая комбинация для Aikido. This relationship between them is called Ria. И взаимосвязь между ними называется Риай. O-sensei made the Jo system we are training. O-sensei создал систему с Джо во время тренировок. And he took parts from different things. Он включил туда разные вещи. Like Ken, as we were doing this morning. Такие, как и из меча, который мы делали утром. But also, of course, from Judo. Но также из Джодо, Бо, Яри, Нагината, и вот все вышеперечисленное он свел вместе в систему. It's built on basic techniques like Suguri. Это все основано на базовых техниках, таких как Сугури. With Ken we did 7 Suguris this morning. С мечом это было 7 Сугури сегодня утром. In Joe, there are 20. С Джо их 20. Но мы сделаем только 5. We have kata, есть ката. Две каты. 13 движений ката. И 31 движение ката. We also have kumijo. Также есть кумиджо. We have 10 different kumijos. Есть 10 разных кумиджо. And we have kumijos connected to the katas. И кумиджо связанные с катой. Unfortunately, we do not have so much time. Но у нас нет настолько много времени. So we will do some suburi. Мы сделаем некоторые субури. And then we move into the 13 kata. И после этого мы перейдем к кате 13 движений. Kata takes a lot of space. Ката требует много места. So we have to be careful. Поэтому нужно быть осторожным. Also with the suburis, of course. И также с субури. We start from this position. Джо Камай. Начинаем из этого положения. Это Джо Камай. In front of your foot. Напротив своей ноги, вот так. The first subori is ski. Первый субури это ски. There are 5 different ski combinations. Есть 5 различных комбинаций ски. This is the first. Первое. Поднимаем Джо. Moving forward, двигаемся вперед. Lower your body to get a strong position. Опускаем ниже свое тело для того, чтобы была более сильная стойка. Don't lean forward or back. Не заваливаемся вперед и не отклоняемся назад. Моя правая рука идет сверху. Круговое движение, но это все равно такой тычок. Не только такое движение. И опять не заваливаемся вперед. Зависающая нога. С стабильным положением, устойчивым положением. Фокусировано. Ухаживай.
всегда в Кане, я говорил, объяснял Кане, когда мы говорили про Кен. Про треугольную стойку и про то, как работает бедра. So normally Ken start with right foot. Обычно Кен начинается с правосторонним. The right hand, midi hand. И с правостороннего Кана, миди Кана. Джо обычно начинается с левого Кана, с левого стороннего. It's a little different. И Хами немножко отличается. You see, when I'm in this position, когда я нахожусь в этом положении, I'm able to compress this part of my body to get the air out. Возможно, немножко напрячь эту часть тела для того, чтобы. If I'm standing like this, it's much more difficult. Если я буду стоять таким образом, будет намного сложнее. The same thing. In то же самое для положения в ски. If I'm turning my body too much like this, если я слишком сильно развернул свое тело таким образом и постараюсь сфокусироваться в том направлении, my balance is not very good. Мое равновесие не слишком хорошее. I cannot breathe from. Я не могу использовать дыхание. The difference is that the angle of my left foot. Разница в том, что угол моей левой ноге немножко другой. Actually, very little. Вообще-то немножко. Но это и есть та самая разница, потому что вы по-другому держите Джо. Когда я делаю ширутский, я остаюсь в Хамми. Я не разворачиваюсь таким образом. Raising my jaw, connected to my forearm. Поднимаю свое джо, связь с рукой, касаясь руки. Decide the angle, thrust. Ухожу под углом и тычок. Начинаю с положения рядом со своим бедром. Бедренный кость. Останавливаем примерно напротив солнечного сплетения. Support with your forearm. Поддерживаем своей рукой. Try to keep your left hand. Попытайтесь держать свою левую руку на середине джо. That will give you some advantages further on. Это вам даст некоторое преимущество. And also, if you too much out here, you're very open. И то же самое, что если слишком далеко сделать движение туда, вы будете слишком открыты. Because the person defending himself might sweep your jaw away. Потому что человек, который защищается, может будет пытаться сбить Джо в сторону. And he will probably hit somewhere around this area. И он наносит поражение примерно как раз в этой области. Straight. Moving backwards. Two ways of moving backwards. Двигаемся назад. Есть два способа двигаться назад. One is straight on the attack line, then move forward. Один прямо по линии атаки и потом вперед. The other one is slightly off the attack. И второй немножко проскальзываем от линии атаки. You show you're supporting your jaw with your arm. Вы должны поддерживать джо своей рукой. Not like that. That will finish your thumb. Не так, потому что тогда вы все заканчиваете своим пальцем, большим пальцем. Remember, this is here. One. Вы должны понять, что это два движения, но вы делаете это на три. Two.
надо ждать. They will find a way to get around it. So, actually, Memphis. But do three steps. Но делаем сейчас три шага. Кого-то останавливается. Right.
продолжать считать, и вы можете считать на любом языке. Вы можете делать на английском, на японском, на немецком, на любом, на каком вам говорят, на грузинском, на любом каком. Может быть, будет немножко сложно для людей, которые за вами, если вы будете считать по-грузински, но все равно. Считайте на том языке, на каком можете. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, раз, и два, три, четыре, самая позиция, в которой мы остановились.
давление, то объединяйтесь. Thank you.
начинает атаку. Continue the movement. Продолжаем движение. Four.
same as this morning. Это рука так же, как сегодня утром. The other arm inside. Другая рука изнутри. Stepping in. Four. Шаг внутрь, как мы делали. Breaking his balance. Выводим здесь из баланса. Stay connected to him. Сохраняем контакт с ним. So even if his hand is open. И даже если его рука открыта. Still in contact. Сохраняем контакт. So this should never happen then. If he opens his hand. Не должно быть такого, чтобы не должно получиться так, что если он откроет руку. Because I'm giving the initiative back to him. Потому что тогда я возвращаю ему инициативу. Even if he's opening his hand, staying connected. Даже если он открывает свою руку. So this is like a cable from here to here, vice versa. The other. Not like this. Because if he opens his arm. И вторая рука не таким образом, потому что если он откроет свою руку. This is also a perfect spot to smash his face. Также будет очень хорошо, если вы сплющите его лицо. Which we of course don't do. Which we are so nice. Но, пожалуйста, не надо этого делать. Try to get. Feel the connection between your hands as well here. Moving strongly with your hip. Двигаемся сильно.
assistance of God. And by moving it diagonally. Use it for Atimi. As you move it. If I don't, he will either follow me or just hit me. From here, moving from below. Shoulder, don't keep it too high, because that affects your balance, and all he has to do is to straighten his arm. Now straighten out. You can't straighten out. Move your hip. Keep your control. Don't let go, because then he will get up. Even if, when you make this shift with your hand, still control.
Стоп. Олег Борис. You should not stop. Just give resistance. Не надо его останавливать. Нужно почувствовать его, оказать сопротивление ровно настолько, чтобы он стал сильнее. Otherwise he cannot learn. Иначе он ничего не сможет выучить. Не надо ему мешать настолько. Так, чтобы он смог сделать. Понемножку это увеличивается, понемножку. Пока у меня в чем-то получается ошибка. Почему я не могу? Он делает слишком сильное сопротивление, которое ты пока не можешь преодолеть. Почему я не могу преодолеть? Он не готов еще дальше преодолеть. He said, yes, why cannot win his resistance? Because he's not strong enough. Потому что ты еще недостаточно силен. You're not so good enough yet. Ты недостаточно хорош, может быть, что пока. That's why you shouldn't stop it, so you can become that good. Поэтому нет смысла останавливать здесь, потому что тогда ты и не вырастешь дальше. So, too much. Слишком сильно. Тогда чуть-чуть слабже, чтобы можно было сделать. Next time. В следующий раз. A little bit more. Чуть будет еще сильнее. И постепенно сильнее. Если ты будешь делать на ребенке, ты его сожмешь, он вообще ничего не сделает. По идее, ребенок должен найти угол, чтобы сделать там. Нет никакого зла, когда большая сила. He says that probably kids find the right angle and can do it. Он не сможет. Take a three-year-old kid and hold as much as can they do it? Трехлетний ребенок никогда не сможет сделать. Because they don't know how to do. Это как раз это надо позволить делать, это то, что нужно. So, physically stronger person can hold back someone that is not very skilled. Очень часто сильный человек может легко удержать не очень опытного человека. It's an agreement we have to help each other to develop. It's not a competition. И здесь сейчас нет соревнований, это что-то типа договоренности друг для друга для развития. Like it's the opposite of competition. Это противоположное. Сайтерсенсей очень злился, когда люди держали так, чтобы не позволяли делать, и он выкидывал их из зала. This is not Aikido. Это не Aikido. Но его сопротивление не есть. Мой вопрос, как понять, это сделать с этим что-нибудь. Еще раз. Это не вопрос для меня технический. Как is понять? It his resist, his power is not his technical question to find the right angle or something like that. To find the best thing, to be able to do it, we have to work together. Ты должен искать правильный угол, вы должны работать вместе, и у тебя все-таки должна быть возможность выполнить это. For instance, a beginner cannot be as good as a shodan. Например, никогда новичок не сможет сделать так же хорошо, как шодан. У него нет никаких возможностей это сделать. It's the shodan's responsibility to help. И это ответственность шодана, чтобы помочь ему сделать. And he doesn't help him by holding him back. И он ничем не поможет ему, если будет его сильно держать. This is the absolutely most basic lesson in Aikido. Это абсолютно первый базовый урок в Aikido. To help each other, to build relations, to cooperate. Помогать друг другу, сохранять вот эту взаимосвязь и сотрудничество. What will happen? Что случится? Many times enough. Когда я делаю это достаточно много раз. His wrists are so strong. И мой сустав достаточно сильный, я смогу сопротивляться. Then I can't do it. И я не смогу сделать. What can I do now? И что тогда я делаю? Stop. It's barrier. Получается, что у Керска сделано. It's not Aikido to hold someone. Это не Aikido удержать кого-то вот. It's easy to do it, это очень легко сделать. Please don't do that. Give resistance. Give them a hard time. Ты окажи ему сопротивление, доставь ему неприятность, но пусть он сможет сделать. Кошина. In this case, then. So in this case, we need айхан. В этом случае у нас айхан. When I move in.
very dangerous. Когда я двигаюсь внутрь, это очень опасно. Right? So you have to stop it. This way. Поэтому сначала stop остановите таким образом. This arm, as we did before. This а эта рука так, как мы делали перед этим. So now, moving it like this. Pushing it. A few things to remember. Несколько вещей, которых надо помнить. Let your bodies form a cross. Позвольте своему телу пересечь его. Like this. Таким образом. So, look at the end of the wall. Look up. Смотрите в конец стены. Let your eyes follow your arm. И ваши глаза следуют за рукой, направленной рукой. That will put you in the correct position. И тогда вы поместите себя в правильное положение. Not possible. Так невозможно. I have to lift it. Его ноги, его нужно надо поднимать. So, don't worry. Like this. This arm here. Look, bring him up and throw him this way. So Sensei said that you should expect another attacker from this position. So don't stop by looking at him here. Think it's over. So what I'm actually doing is I'm ready for the next one. So Koshinai, stop is if you're in Yakihami, step forward. Айхами, side forward. It's dangerous to throw him here. So it's perfectly okay to bring him up, stop here. Push me now. Slide.